не могу убить потребность. Ты рушишь, рушишь повседневность моя, родная, дорогая, тебя я знаю. Чего ты хочешь от мужчины, конечно, что тебя любили. Ну что ж, я твой, со мной ты будешь счастлива. Есть рад, почему мне губки твои нельзя в шкатулку положить? Тогда сладкий поцелуй твой будет только мой, мой, мой. Что ж, ты поторопись, мой друг, ответь, ты кого-то любишь меня, так ведь меня, меня? Кошмар это какой, невозможно просто что другой. Почему же этого ты не говоришь? Эй, куда ты смотришь, малыш? Малыш, ну да, я знала, значит, не парень другой. Прикован взгляд твой будет только мной. Сейчас ты смотришь, и неужели ты не помнишь, что ты моя, люблю тебя одну? Потому и прекрасные глаза оставлю тоже у тебя. Тогда мысли в сердце твоем будут о лице моем. Ага. Ты подарись, мой друг, и ответь, ты кого-то любишь меня, так ведь меня, меня? Кошмар это какой? Невозможно просто, что кто-то другой. Почему же этого ты не говоришь? Кто тебе мешает, малыш? Малыш? И всех, и всех, и всех уничтожить хочу. Когда ж ответ твой вожделенный получу? Я не отдам тебя никому, ты принадлежишь лишь сердцу моему. Эй, 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 ты торопишься, я хочу оставаться без тебя. Может мне тебя сохранить, может мне тебя убить. Убить? Счастливым сразу стану сотню раз. Когда начнем, конечно, нежно же сеть.